якутской столице сегодня праздник. В новом микрорайоне, на высоком кургане, сейчас будет открыт памятник герою гражданской и отечественной войн, герою Советского Союза, генералу-полковнику Акею Ивановичу Городовикову. Авторы монумента – братья Роберманы и заслуженный художник республики, лауреат премии имени Городовикова Никита Молданович Санжиев. Открывает памятник первый секретарь калмыцкого обкома КПСС Басан Бадминович Городовиков. И словно повеяло тем временем – революция, гражданская, первая конная. И вечно на этом кургане будет теперь он, легендарный герой, великий сын калмыцкого народа.